Народное, проверенное годами, средство от кашля. Помню, в детстве моя мама лечила меня таким вкусным сиропом из волшебной редьки. Готовить черную редьку с медом просто. Подробности смотрите ниже. Как приготовить черную редьку с медом? Сделать внутри корнеплода углубление, заполнить его наполовину медом и отставить настаиваться на несколько часов до выделения сока. Как средство от кашля употребляйте сироп из редьки с медом по 1 час л, 3 раза в день после еды. Редька черная, 1 штука. Мед, 1 столовая ложка. Лимон, 1/2 штуки, для подачи, не обязательно. Количество порций 4. Подготовьте продукты, редьку вымойте. Срежьте немного со стороны места, где росла ботва, чтобы редьку можно было ровно поставить в глубокое блюдце. Срежьте с нее корешок с верхушкой, крышкой, 1-2 см. Вырежьте небольшое углубление внутри так, чтобы не повредить стенки редьки. Наполните углубление медом наполовину. Накройте крышкой, поставьте в темное место настаиваться на 8-10 часов, удобно на ночь. На следующий день вкусный сироп от кашля готов. По вкусу можно добавить немного лимонного сока. Редьку можно наполнять медом несколько раз, при этом увеличивая немного углубление, пока она не отдаст весь сок.